Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. У нас сегодня, какое там, 18 июня, 3 часа ночи на подходе, магазин вот-вот обновится. Вы, в свою очередь, ребят, тег автора Team 50 указали, я в свою очередь записываю вам видосик. Начинаем. Вчера было несколько у нас кайфучих новинок, а именно скин и эмоции. Будут ли сегодня новинки? Сомневаюсь, думаю, сегодня что-нибудь закидывать такое старенькое. Ну, подкидывайте. Давайте, грузите. Наверх. Погнали. Комплект шкафчика Muselk. Какой-то, не знаю, кто это такой. Чё по шкафчику-то? Старый-старый дельтаплан, веселый Роджер. Он вообще как часто выходит-то? И выходил ли вообще за это время когда-либо, блин? С черепом с этим. Я помню этот дельт, но он был прям... миллион лет назад. Супер старый дельт. Прикольно. Первый сезон. Супер старый. За 500, конечно, нормуль, но очень давно. Кирка это от шамана кирка. Помню прекрасно. Она у меня на основном аккаунте есть. Мне она понравилась. Такая, типа, в виде морды курицы. Прикольная хрень. Ну да, разглядеть, конечно, будет тяжеловато. Но я вижу вот, ребята. Раз, глаз, два, глаз, нос. И антиклаус. Антиклаус мне не особо нравится. В свое время он на Новый год выходил, потом уже его начали закидывать все время. И знаменосец эмоция. Эмоция прикольная. Это вместе с вашим флагом. Итого 1900 за этот набор. Да нормально абсолютно. За штуку 900 скидка, кстати, огромная. 1400 получается. За этот шкафчик абсолютно нормально. Шкафчик, я всегда говорил, ребят, шкафчик это возможность прикупить какой-нибудь скин или кирку или дельт по скидке, если у вас что-то из этого набора есть. Поэтому в целом достойно. Эта цена достойная. Следующее у нас что? Следующее у нас это добыча, у которой, кстати, стилей уже вагон, да? Третий стиль прикольный добавили. Ну, давненько уже, но все равно. Три стиля, она просто все прекраснее и прекраснее становится. Мужской скин, как всегда, ребят, обделяют. Ему третий скин не закидывают. Кирочка, бэкпэк и еще один бэкпэк. Весь набор 1600, как за два скина. Все остальное бонус. Бэкпэки не особо играбельные. Кирка, считай, бонусом. Ну, так, попрет. Средней паршивости, опять-таки, эти скины остался, этот скин. Очень мне понравился, прям, скин очень классный. И наборчик. Лучшие друзья, это с этой, со странной рукой. Угу. Странная рука. Здесь скинчик, ничего так. Ну, такой, непонятно достаточно набор, я не знаю, как на него реагировать. Вроде и ничего так. А вроде и странно достаточно. Ну, фиг его. Вот эта деваха, наверное, посимпатичней. Симпатичным. Да. Сколько? 2200? Ну, хрен его, не знаю. Катана прикольно, но у нас уже катаны, не удивить их, достаточно много. Обертка, да нормальная вроде. Вроде все нормально, но и не так, чтобы супер. Такое какое-то проходное. Молчанка кайф. Молчанка кайф. Два стиля у нее тоже со скелетом и обычным. Молчанка хороший скинчик. Кирочки тоже цвет добавили. Молчанка и до этого была хороша. Сейчас вообще отлично. За 1500 отличный набор. Потому что кирки играбельные. Обертка хорошая. Молчанка кайф. Кабура за 800 смело. Скипаем. Серфершо тоже, как по мне, хамелеон. Только я вспоминал об этой кирке. Буквально обертка у нас, если что-то выходило. Я говорил, что кирка была прикольная. Вот она. Этот, помню, это тоже, да. Оберточка неплохая. В стиле Galaxy. Ну, не Galaxy, это космоса вот этого. Неплохая. Эмоция. Порадоваться победе. Хорошая. И ликование. Тоже порадоваться победе, но W повеселее, конечно. Пошло DC-шное. Ох, все больше, кстати, начинаю слышать отзывы о Флэше. Говорят, хороший фильм, но не знаю, не могу утверждать. Я не видел. Придет время, посмотрим. А пока что смотрим только скинчики. DC-шные у нас все еще пооставалось. Все, ребят. Позавчерашний чопочем, по-моему, да, когда это все добавило, все обо всем там говорил. Единственное, что Харли Квинн, Эмба. А все остальное смотрите в позапрошлом, по-моему, видосе. Обо всем об этом я отзывался. Мистер Бист все еще висит. Оптимус Праймал. Весь сезон, что ли, провисит до сих пор. Лето. Все то же самое, да? Новых летних скинов не добавили. Отряд висит это, да? Ага. Дикие земли тоже еще не убрали. Тоже дикие земли. Тоже, ну, лето еще ладно, дикие земли уже вот слишком задержались. Слишком долго. Об этом тоже я говорил уже, не знаю, неделю назад. Ну, в первый день сезона, короче. Стартер пак? Нет. Без стартер пака
Ну и все, ребят. Что, шкафчик сегодня, конечно, шкафчик докупить. И, ну, бомбисточка хорошо. Хороший, но ничего там сверхъестественного. Чисто шкафчик, я думаю, кто-то что-то может урвет за какие-нибудь смешные цены. Там, если у вас Антиклаус есть, я предполагаю, что у вас вот это все комплектом будет недорого стоить. Тег автора Team 50, друзья, не забывайте поставить лайкос. Пишите, купили что-нибудь или нет сегодня в магазине, что вам понравилось, если понравилось вообще, конечно. И до встречи на трансляции в воскресенье на Твиче, где-то в районе 9 вечера. Будем что-нибудь смотреть, какой-нибудь фильмец или что-нибудь посмотрим. Приходите, пока.